Возможно, это сейчас прозвучит очень ужасно, но государство не дало мне денег на «Солнце вдоль льдов кукурузы». Вот на эту супер патриотичную историю ты не получил ни от фонда кино, ни от кого? Ничего. То есть я был проигнорирован везде. Мы выходили и в фонде кино, просили деньги, мы просили потом поддержку у телеканалов. Нам отказали все. Уже даже с готовым фильмом. Неважно, потому что я не свой, понимаешь? Я буду экранизировать Евгения Онегина. Вот прям костюмная драма, огромная, понимаешь? И тоже я буду просить деньги у фонда кино. Уверен, что не дадут. Если дадут, я еще раз приду к тебе на интервью, скажу, что я ошибался. Мы зададим вопрос: фонд кино, где деньги?